Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я Флэш Ставкин, рад вас поприветствовать на чемпионате художественной рулетки. Спонсором трансляции является казино Бомбей, город развлечений. О, и вот уже мы видим первую пару. Ирландский виски, то есть танцор Раздай Стрит и его партнерша итальянка Анка Пасто, которые приготовили номер под названием «Давай крути». Участники на старте и в полной готовности, а мы с интересом будем наблюдать за происходящим. Пара начала номер с танца двух рук. Какая точная синхронность. Так, переходит к перекрестному скрещиванию, один из сложнейших приемов художественной рулетки. Далее еще один сложный прием. Закидка, с которым пара справляется на отлично. Наблюдается невероятная гибкость и плавность в движениях пары. Пошли броски. Великолепное выполнение, отработанное годами тренировок. Финальный трюк художественной рулетки – синхронная ставка. Просто идеальное исполнение. Давайте еще раз взглянем на блестящее исполнение номера. Да, уважаемые телезрители, я вместе с вами бездыханно наблюдал за столь прекрасным танцем художественной рулетки. Момент истины, друзья! Участники в ожидании результата судейства фортуны. Наблюдается волнение пары. Нельзя не подметить, что мы с вами также переживаем за ребят. Фортуна дает 30! 30, уважаемые телезрители! Дилер ставит долю на бинго, а это значит высший балл за блистательный номер. Поздравляем участников с победой! Уважаемые телезрители, этот вечер художественной рулетки в казино Бомбей мы запомним надолго. Ровно через неделю встречаемся в казино Кэшвилл, где пройдут гонки на слотах. С вами был я, Флэш Ставкин. До новых встреч!